Безбумажная больница. Такими должны стать все медучреждения страны, говорит в своем новом послании президент. Эту идею активно поддерживают работники сферы здравоохранения нашего региона. В чем плюсы такой организации работы? Мои коллеги побеседовали с главным врачом областной больницы и узнали, как современные технологии помогают специалистам в белых халатах. Повысить эффективность и доступность медицинской помощи через интеграцию информационных систем. Такую задачу президент Нурсултан Назарбаев поставил в своем новом послании народу Казахстана. Эта работа в стране и в частности в Северо-Казахстанском регионе ведется уже несколько лет. Насколько успешно, расскажем на примере областной больницы. Вот уже несколько лет весь документооборот здесь ведут в электронном виде, в том числе истории болезни. Это новшество врачи оценили. Формат удобный и эффективный. На этом не остановились. Продолжают внедрять в лечебный процесс новые технологии. Мы разработали мобильное приложение «Антиинсульт» в прошлом году и успешно сейчас его тестируем на базе 3-й городской поликлиники. Уже показывает свою эффективность. Это профилактика острого нарушения мозгового кровообращения. В целом наша область в 2018 году должна завершить переход на информатизацию всех медицинских учреждений. Это будет, конечно, колоссальный шаг вперед. Еще одна задача, обозначенная главой государства в послании – создание научного центра и разработка комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями. Юрий Белонок вспоминает, такую же работу проводили для развития кардиологии. Ее инициатором также был президент страны. И сегодня в каждом регионе можно рассчитывать на необходимую помощь. В борьбе с онкологией важно научиться определять болезнь на ранних стадиях, внедрять в лечение мировые инновационные практики и, конечно, активно заниматься профилактикой, пропагандой здорового образа жизни. Современное здравоохранение должно ориентироваться на предупреждение возникновения недуга, а не на дорогостоящее стационарное лечение. Президент обратил внимание на то, что нужно поменять гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Сейчас мы работаем по гарантированному объему, принятому в 2009 году. Много воды утекло с тех пор, ситуация много поменялась. И сейчас вот настало время четко обозначить те границы, где есть ответственность государства, и 100% государство будет покрывать потребности медицинской помощи, а где население может получать услуги, становясь участником обязательной системы страхования, либо добровольной системы медицинского страхования. В этой связи, конечно, должна быть повышена ответственность за собственное здоровье. То есть человек должен понимать, что заботиться о своем здоровье – это выгодно, не болеть – это выгодно. В областной больнице работают 106 врачей, более 20% из них специалисты высшей категории. Раз в 5 лет каждый проходит курсы повышения квалификации. Также немаловажный аспект для успешной работы с пациентами – хорошая диагностика. Для этого в больнице обновляют оборудование. В прошлом году на эти цели потратили 175 миллионов тенге, из них большая часть – собственные средства учреждения. Ксения Куценко, Жолдызбек Ермуканов. Новости МТРК.